Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. И многие говорят: Макс, ты показываешь нам квартиры, блин, без ремонта, без ничего. Покажу что-нибудь нормальное, стоящее. Итак, ребят, давайте мы с вами посмотрим квартирку с ремонтом. Двухкомнатная квартира, две изолированные комнаты и кухня. Здесь мы видим с вами санузел. Квартира у нас продается с мебелью и с техникой. В общем, здесь мне нравится, все довольно-таки комфортно. Но сразу говорю, это этаж мансардный, но не последний. Еще сверху еще есть у нас квартирки. Здесь мы с вами заходим и попадаем в кухню. Да, кухня, в принципе, довольно-таки неплохая, уютная. Есть у нас котел в баксе висит, да, отопление персональное. Ну и здесь у нас, если посмотреть с окна, у нас вид на море, да, вид на море. Мансардные окна, и при этом здесь не работает сейчас кондиционер, да, кондиционер не включен. И у нас сейчас жара просто жесть, ребят. Но чувствуешь ты себя здесь комфортно. Поэтому вот такая вот кухня, да, остается вот такой вот у нас мощный холодильник, кто будет покупать, да, микроволновка. Ну, сами посмотрите, да, холодильник денег стоит, все здесь стоит денег, да. Опять же, плита, посмотрите, для большой, крупной, точнее сказать, огромной семьи. Мне реально пока здесь все нравится. Да, двери хотелось бы получше, поинтереснее. Здесь у нас зал. В зале у нас что у нас? Ну, диван есть, да, согласен. И есть два телевизора, да. Кто-то смотрит футбол, а кто-то дом 2. И оба довольны. Да нет, шучу, конечно, просто этот телевизор еще где-то у нас стоял или висел, наверное, на кухне. В общем, телевизоры тоже все остаются. И вот здесь огромный телевизор, 65 дюймов. Тоже будет вас радовать. Здесь у нас есть еще и балкончик, ребят. На балкон можно выйти. Горы, море с той стороны можно увидеть. Блин, все что угодно вы можете увидеть. Все супер, все классно. Квартирка угловая. Сразу говорю, вот давайте я покажу. Я себя здесь не чувствую стесненным. Высокий потолок. Все здесь отлично. Итак, посмотрели, да, вся техника остается, включая телевизоров. А то у нас сейчас модно, да, квартиру продает, говорит, а телевизор я оставлю. Квартиру продает, а плиту я оставлю. Или там холодильник я себе оставлю. Нет, здесь, ребят, все вы забираете, все. Ну, здесь у нас есть еще шкаф, если бы еще побольше был, поинтересней, было просто супер. Да, посмотрите, да, вот кто снимает вам. И здесь у нас, ребят, есть изолированная спальня. Изолированная спальня, здесь у нас стол, все тоже это остается, да, все сделано довольно-таки хорошо, комфортно. В этом доме есть у нас интернет, вот такие джалюзи. И еще раз повторюсь, здесь не холодно, здесь хорошо, комфортно. Видать, люди у нас поклонники фирмы Sharp, все телевизоры фирмы Sharp. А может быть, они работали у нас на шарповой фабрике. Здесь у нас, смотрите, хороший стоит шкаф-купе с фотопечатью, блин, мне нравится, реально хороший шкафчик. Такой шкаф тоже стоит около 65 тысяч рублей минимум, поэтому здесь техники на хорошую-хорошую сумму. Ну и, конечно же, шляпа идет в подарок для тех, кто покупает квартиру. Вы сейчас спросите, сколько квадратов? Ребят, квартира у нас 68 квадратных метров, и цена этой квартиры всего лишь 5 миллионов 800 тысяч рублей. 5 миллионов 800, это меньше, чем 100 тысяч рублей за квадратный метр. Соответственно, квартира большая, по меркам Сочи это считается не ликвид, но я могу сказать, что для семьи, блин, хорошо, шикарно. Я думаю, даже меня бы такая квартира бы устроила, да, ну реально классно здесь. Все хорошо, все супер, зал есть, кухня отдельная есть, и у нас спальня есть, да, и, конечно же, у нас есть еще и ванная комната. Вот такая штуковина, ребят. Поэтому, если вдруг заинтересовала квартира в данном доме, да, сразу будет статус квартира, сразу девочка проходит в Росреестре, в доме есть лифт, в доме все коммуникации подключены, то обращаемся, с большим удовольствием помогу вам здесь приобрести. И я думаю, что вы останетесь 100% довольны, потому что в этих жилых комплексах я продал очень много квартир, и особо никто не стремится здесь продавать. Почему эта квартира продается? Потому что купили у застройщика две квартиры поменьше, потому что здесь живет мама с сыном, они хотят жить теперь раздельно, поэтому квартира продается. А так делали ремонт, конечно же, для себя. Все, ребят, пока. Если понравилось видео, ставьте лайк. Понравилась квартира, ставьте лайк. Если ничего не понравилось, все равно ставьте лайк. И ждите следующее видео, может, оно будет лучше. Ну и опять же, да, сапог тоже будет в подарок тому, кто, вот с черепашкой, тому, кто выберет эту квартиру. Пока, ребят.